Добрый день, меня зовут Егор. По образованию радиоэлектронщик, работаю в интернет-рекламе. Вот мне нравится, когда наши люди, радиоэлектронщик, красиво. Вот, значит, наш брат, инженер, слышал о вас довольно давно, но созрел, видимо, только сейчас. Уже в течение месяца в запой смотрю ваши видео по созданию собственного сада. Ваш подход гениален. Спасибо, я уважаю мнение именно инженеров. На участке, где живу, есть свободные 10-20 соток, то есть я не замерял. Вот. Серьезный будет разговор. Еще одна тема, брат Железов Юрий. Хочу заложить на всю площадь сад с разными культурами. Картошку засаживать не вдохновляет. Так. Проживаю в Томске, в Сибири, сам родом с Дальнего Востока, и еще в детстве ел те самые маньчжурские абрикосы. Они без привоя хороши. Ага, ты это самое, господи, как же. Имя. А, Егор. Вот, а объясни, Егор, этим дамам, что они... Вот ты знаешь, да? Откуда они все знают? Закончили они университет, не вырастили ни одного абрикоса, и давай учить, и до сих пор учат всю страну. Так. Только университет, а академию. Академию. Вот. А нас с вами как назвала? Ну, меня металлургом назвали, да? А как бы вас назвали бы? Ну, понятно. Как мне правильно рассчитать, сколько косточек заказать, чтобы с учетом каких-то потерь засадить все 10 соток? Сколько косточек? Я скажу, от 100 до 1000, до 10 тысяч. Почему? Сейчас поймете. Вопрос теперь будет зависеть от того, чего вы хотите. Ролика, который посмотрел, не встречал информацию, с каким шагом нужно садить деревья, чтобы сильно не затеняли друг друга. Зафиксировал себе про высадку в гряды по 2, 4, 6 через ряд с шагом 50 сантиметров на каждую косточку. А какой должна быть ширина одного ряда? И я что сделал? Ответ может быть такой. Ширина одного ряда, когда совсем тесно было, я делал 8 сантиметров. Так, если бы я мог размахнуться, когда я засаживал свой сад на острове, когда у меня было 5 гектар, полученных от государства бесплатно. Вот. Там я делал 6 на 4,5. Знал, что будет трактор, все. Но когда речь идет о косточках, это я уже брал саженцы готовые. Просто выкапывал сибирки, садил осенью, а весной на них привал. Это одна хитрость. А косточки, почему я вам не дам точный ответ? 100 заказали. Это недорого. Там сразу, я обычно сразу скидки даю, чтобы людей не пугать ценой. Ну, допустим, прошлогодняя цена 25. 40 косточек, значит, как, если они все взойдут, если дойдут до плодоношения, и через 10 лет, будучи посажены где-то 8 на 8, они как раз 10 соток и займут. То есть можно начинать с 40 косточек. Но 10 соток, извините, это большой участок. Большой. И надо ли так делать? Но, а как я вам дам ответ, когда это зависеть будет еще от количества зашедших косточек, проснувшихся. Уже первый этап. А если их зашло, вы потратили минимум там 2500 тысячу на 40 косточек, всего 1000. Там 2 бутылки водки, если не отравлены. Вот. А всем зашли, а если половина, уже другие расстояния, а если зашло 4, то есть каждый десятый, тогда давайте брать не 40, а 400. А вдруг зайдет с каждого десятка один, тогда надо брать 400, чтобы в конце концов эти же 10 соток были. Непредсказуемо совершенно. Оптимисты берут 40 косточек, пессимисты берут 100 косточек, 400 косточек. Но тогда зависит от этого будет, уже надо разместить как-то. Тогда и ширина гряды от этого будет зависеть. А я тогда думал как, раз уж так я неопределенно ответил, можно сказать, голову заморочил. Я решил показать свой личный пример. Ну и моего сына. Это однолетний сеянец самого крупного в мире маньчжурского абрикоса. Представьте себе трехэтажный дом с крышей. Поверите, что он такой вырастал? Вот. И вот за первый год вырастает вот такая вот. Теперь прикидывайте ширину. Ну, полметра размах есть, да? Ширина. Значит, уже можно и не через полметра, можно на каждый полметра два посадить.
из расчета половину мыши сидят, а половину еще какой-то сгниют. Нет, не замерзнут, они не замерзают, сгниют. Но первое впечатление я вам создал. Потому что я не буду говорить 100 или 1000 заказывайте. От вашего кармана все зависит уже, не от меня. Вот посадка. Только мы прикупили этот участок, кажется, в 2016 году или в 2017, вот этот вот, за 500 тысяч вот этот квадрат. Вот. Тут же за забором. И вот то, что выросло. Ну куда гуще-то? Вот. Через пару лет, потом идет осенняя пересадка. Заметьте, это все посажено осенью. Одни огрызки, жестоко, так? А вы теперь прикидывайте, почему? Некоторые из них остались навсегда. Вы знаете, что здесь творится? Вот Ирина Александровна знает, потому что мы несколько умудрились выкопать, и они уже переростками были. А десятка два осталось. Сейчас это такие красавцы. Их не купили. Не то, что побрезговали. Ну, кто-то сказал, на тот момент 1000 рублей, кому-то показалось дорого. А на них какие уже плоды были. А это все заснято. И в фильмах, и в фотографиях. А это все, вот смотрите, вот этот кусок, вот тут вот. Эти остались. Теперь это все прививается стоя на коленях. Это уже рассаженное. Просто прикидывайте, друг Егор. Это не рассаженное, сильно густо. Рассадили. Внимание дальше. А знаете, почему это так? Нам не удалось ни все привить, ни все продать. Ладно. И такая как-то хитрый ход. Хитрый ход. Знаете какой? Задержать, так попробуйте вы вот эти вот год за это. Они вырастают, знаете, какие? Уже на второй год вы не дотянетесь до верхушки руками. Что получилось? Часть привита, часть задержали их развитие. Вот таким путем. Получили, видели, да? Это остались непривитые. Так. А вот эта фотография, она чуть-чуть надо было раньше. Дело в том, что вопрос теперь в сроках. Когда я говорю, я опять должен отклониться, но это важнющий момент. Один раз мы садили позже. Мне тогда на фотографии не работало это, даты. Мы садили позже. Уже листва облетела. А вот это чуть раньше. Приходилось приспосабливаться самим себе. Есть время? Пересадили. Посмотрите. Там уже пошли, вот на дальнем плане. Это другая посадка, другой год. Уже поменьше листвы. А здесь прям с листвой. Но сильнейшая обрезка. Что иногда случается? Лист потом облетает. Внимание. Когда мы имеем дело, и надо часть из них оставить навсегда. Видите, способ какой? Это уже селекция. Представляем, что они все привиты. Сейчас покажу ниже. Как бы перескочить. Сейчас. А, вот получается вот такая картина. Склон дает возможность, знаете какую? Склон дает возможность, небольшой, чтобы не задерживался снег. Все было под лопату перекопано. Когда протоптали дорожки, вот эти вот непротоптанные оказались выше. И когда потом пришла весна, я прекрасно помню, что мы выбрали всего 4 штуки. У которых чуть-чуть обрезала кора основания штамба. Видите, я уже перешел уже к таким деталям. Это уже технология. Но я не могу вот просто показать и идти дальше. Поняли, да? И им по барабану теперь склон 10 градусов есть. Здесь получилось повыше. Десяток саженцев осталось навсегда. Десяток. Вот. Что еще пропустили мы? Сейчас я подхожу к очень важному моменту. Итак, эти были пересажены чуть раньше. Попробуйте угадать. Ладно. Теперь смотрим сюда. Пришла зима. Я не говорю, что это именно этот кусок. Это может быть совсем другой. Я называю этот питомник это, кочующим. Подрастают деревья, и он выдавливается в другое место. Вот, потому что часть саженцев остается навсегда. Смотрим дальше. Приходит весна, потом возвратный снег, все завалило. А под бутылками весна, видите? Оттаяла почва, чуть-чуть корни оттаяли. Это опять же по ходу. Ну, не могу я пропустить такие моменты. Не могу.
И, наконец, прививка. Это отдельная тема. Я показывал десятки, сотни фотографий. Результат, вот они практически, я же отсюда вижу, они все культурные. Ну, может быть, тут 2-3 дикаря и затесалось. Вот. Ну, это один из моих учеников вырастил, тоже однолетний, заметьте. И тоже корни. Ну, вы понимаете, что в этих корнях будущее нашей России, абрикосовой России. И, ой, учеба есть учеба. Учеба есть учеба. Когда вот эти были посажены, в середине сентября, а мы ждали осень, ну, как обычно, зиму, а она не спешила, и они пошли в рост. Видите, вот они зеленые. А это говорит о том, что как трудно, если мы опытнейшие садоводы, Сергей Железов должен уже преподавать в университете, а не за краном сидеть, вот, но это никому не надо. Но мы с ним опытнейшие садоводы, уже были заморозки. Посмотрите, видите, это заморозки. Но перед этим на неделю вернулось тепло. И они проснулись. А теперь что? Впереди морозы, и теперь уже проснулся почки, убьет. И вот это одна из фотографий, у меня их несколько таких, я сделал щедро. Это одна из основополагающих фотографий для того, чтобы бить башку всем тем, кто до сих пор с упоением рассказывает, как он прищипывает весь сад, каждую ветку прищипывает. Нельзя, нельзя. Осеннюю обрезку надо запретить законодательно, буквально. Хотя я не знаю, как это сделать. Долбить всем школьникам, долбить всем этим. Только ранней весной во время сокодвижения, которое служит для ремонта дерева. Летом нельзя. Не успевает, проснуться не успевает, осенью нельзя. Перед зимой, в середине сентября пересадили, умудрились мы, Железову, промахнуться. Можете смеяться, пальцем показывать. Но если у Железова-то ни хрена не смог. Вот. А теперь догадайтесь, почему мы с 1 октября продаем саженцы, а не раньше. Купите, пересадите, они проснутся и все, и погибнут, а мы будем это опозорены, как питомниководы. Фу, вот наговорил целый час.